усилие. Ты силишься закрыть дверь в ту возможность, которая открыла нам событие встречи. Ты отворачиваешь голову, предпочитая смотреть в окно воображаемого, за окном которого всегда светит солнце, или в другое, довольно странное, но очень любимое окно своего эротического фантазма. Твое реальное – это бутылка Клейна, в которой внутренние и внешние неразличимы и плавно перетекают одно в другое. Ты живешь в застенках символического, за тяжелыми чугунными решетками. Мощность и крепкость твоих зубов недостаточно, чтобы перекусить их, а ты бросаешь все свои силы на то, чтобы закрыть эту единственную дверь. И замечаешь с прискорбием, что сил опять недостаточно. Где ты? Это я. Усилие.